прошли мы отрыв Дубая и контрольные точки. Так, осталось у нас дрифт. Дрифт остался. Дрифт, дрифт. Все-таки я хочу посмотреть, какие машины у нас доступны в тест-драйве. Секундами, десятыми на квалификации. Давайте сейчас для сравнения еще BMW возьмем. Ну,
понятное дело, что на BMW мы едем уже как бы второй круг. Будем аккуратнее ехать. Чем у нас здесь, но все-таки. Drift events require you to slide your car around corners in order to score points. Each drift is scored based on speed, angle, and duration. You can pick up bonus points for drifting past a clipping point. The driver with the most points at the end wins. Бонусы за близкое проезжание мимо вот этих столбиков красненьких. В общем, очки насчитываются, исходя из скорости, угла и длительности заноса. Баланс, дрифт. Ну, попробуем. Хонду.
3000 набрать спонсорская за один дрифт, если не ошибаюсь. 35 или 75? 75, наверное. Haruna Kyojin are the drift kings of Japan. You'll need a high score if you want to impress them. Нам нужна только победа. Это серия гонок по дрифту, и вот Дубай. Все понятно. Ну давай Хонду уже, на ней пробовали, будем ездить дальше. So watch out when you weight shift the car. Гонконг. Много поворотов. You don't win drift events by playing it safe. You get the back end out and rack up those points. Рядом с красной отметкой проехать. Ух.
points. Он был какой-то всегда корявый. Дрифт. Promo events always offer the drivers something new. If you want a challenge, промо еще одно открылось. Так, а теперь нам нужно выиграть в этом Дубае. И здесь три круга. Сильно. This track is fast, so stay sharp. One mistake and we could be out of the race. Racing against Haruna Kyojin gives you a slight advantage. Make sure you use it. Sector 1 is giving you problems in the past. You need to work on it. Put in the fastest lap.
behind you. Keep it smooth. И повторы закончились. Могло быть печалька. Кашка-то уже рискованно ездить. Всегда можно переиграть один неудачный поворот. Выполнено два задания. Мы знаем, что WSR уже готов, но у нас еще есть дрифт. Давайте попробуем все-таки Nissan. Okatama is a great place to practice getting your car sideways in a drift. The sweeping bends are ideal. Поверим, на что способен Nissan. Сейчас мы еще все стартуем с интервалом в пару секунд. Perfect drifting and a definite haul of new fans. Не возражаю, что мы еще немножко попрактиковались, но напоминает нам, что чемпионат WSR уже открыт. Ну, у нас еще остался один обгон. Так, два круга. Но мы уже на обгонах зубы съели, как говорится. Touring car. Как ДТМовская BMW. Яс Марина, да, это отель такой знаменитый, по которому мы будем проезжать. Okay, we want to win these people over, so give them a good show. Здесь проводятся гонки Формулы 1. Яс Марина. Time to make your own luck.
up and you'll get the win. Очень легкая трасса. Гран-при Дубая в Формуле 1. Широкие полосы. Зоны безопасности. Это одна из самых новых трасс. Формуле 1. За выездную трассу с нас собрали все очки. Это не порядок. You're putting on a great show for the fans. Give them more of what they want. Затыкал маленько. Сильно увлекся. That'll be all of them.
Да, не зря мы тогда три раза переигрывали одну гонку, не могли набрать балла. Зато сейчас все очень просто, реально просто. Не спешите, пропускайте, тормозите. Все, на этом мы эту серию заканчиваем. Спасибо за просмотр. До скорых встреч в следующих сериях.